Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале CommentBuy. Сейчас я расскажу о таком маленьком моменте, когда у вас вы купили вот такую штуку, называется адаптер для турбированных котлов, то есть котлов с закрытой камерой сгорания. А проблема может следующая. Вот в этих вот двух патрубках идет две плюсовые части. Когда вы покупаете трубу, идете на рынок, либо в магазин, купили трубу, что вы делаете? Вот стандартная труба. Представим только, что здесь нету вот этой силиконовой резинки. Когда ее нет, у вас возникают очередные вопросы. Для чего вообще эта силиконовая манжета нужна? Она нужна, потому что труба проходит, когда сертификату, по газоплотности. То есть определенное давление дается, благодаря которому газы не выходят снаружи. Да, не выходят в помещение, но обязательно вы знаете, что в котельниках должны стоять датчики ЦО, чтобы не угореть. И купили вот такую вот вставку. И силиконовые манжеты, стандартные. Может быть, вы купили зубчатку. А здесь 80 минус. То есть труба вставляется вот таким вот образом. Вы не можете ее наоборот ставить наружу, но никаким образом. А вставляется вовнутрь. Что делаете дальше? А дальше вы одеваете также по конденсатору. Еще раз напоминаю, манжеты у вас силиконовой нету. Вы собираете все. Вам кажется, что все хорошо, все достойно, все классно, все красиво. Согласен. Приходит пожарная инспекция и говорит вам: а у вас соединения не герметичные. И тут они на 100% правы. Герметично не может быть, особенно если у вас здесь еще будет зубчатка. Даже, ну, не говорите о слове герметичности на зубчатке. Вы будете говорить пожарнику: я залил там красным герметиком, может быть, черным герметиком, но черный ни в коем случае нельзя использовать. Залили красным герметиком, допустим. Но поверьте, когда труба проходит испытание, никто герметиком не заливает эти трубы, соединения. Поэтому что будет у вас? Вас просто заставит переделывать дымоход. Снова же, будут правы. Поэтому, если у вас вот такой адаптер, и вы хотите собрать систему вот таким вот образом, что надо сделать? Два варианта. Первый, купить силиконовые манжеты, вставочку 80 и собрать по конденсату. Нормальные пожарники, либо нормальные службы, кто принимает у вас печное отопление, вернее, не печное отопление, а по газоснабжению работает, то есть это Мингаз, Облгаз, все службы, которые с газом связаны, они вопрос вам не задут, когда увидят вот эту вот отбортовку и увидят силиконовую манжету. Но когда ее нету, будет у вас вопрос. Выход есть второй. Объясняю. Нет у вас трубы. Вы находитесь где-нибудь в регионе, где, ну, не можете купить такую трубу. Что делается? Вот этот вот раструб просто срезается, и труба вставляется вот таким вот образом. И все. И дальше вы уже перешли по дыму. Понимаете? Потому что здесь манжетка, она и есть силиконовая. Все. Вы вставили трубу и систему собрали по дыму. Все, вопросы закрыты. И спокойно сдавайте свое отопление проверяющим органам. И, конечно, грейтесь. Что я могу сказать? Грейте. Это такой момент, потому что я смотрю, что мне задают часто вопросы. Пришли пожарники, не принимают. Либо Мингаз пришел, Облгаз, неважно. Службы проверяющие не принимают дома эксплуатацию. Потому что в проектной документации такие вот подключения никто не пишет. Не пишут. К сожалению. Надеюсь, что время изменится, начнут писать, но на данный момент никто не пишет. Поэтому не отчаивайтесь. Если вы купили зубчатку, то зубчатка немножко все проще. Здесь труба минусовая, и зубчатка собирается плюс. Но снова же, я встречал объекты, когда люди, может быть, по ошибке, может быть, от незнания, может, там кто-то увидел мое видео и его перековеркал каким-то образом. Зубчатку вниз здесь отправлять нельзя. Зубчатка отправляется вверх, смотрит и собирается по дыму. Вот так, потому что когда зубчатку собираете вовнутрь, то никакой газоплотности речи не идет. Даже когда нету манжеты, тоже по газоплотности речи не идет. Да, вы можете кричать, что вы поставили волшебный герметик, но это ни о чем. Все, вот эти вот вещи. Есть силиконовая манжетка по конденсату. Нету силиконовой манжетки по дыму. Таким образом, обрезаете плюс, и у вас получается две папы. И все, и выходите как положено. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, CommentBuy. Надеюсь, что это было видео кому-то полезно. Конечно, оно будет полезно. Комментируйте, есть какие-то вопросы, пожелания. Пожалуйста, сделаю обзор, никаких проблем. Это моя основная работа, поэтому будем развиваться и расти. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока.